такой, скатала вот такой рулетик. Эти булочки буду делать масло, сахар и корица. И вот так вот я делаю. То есть вот разрезаю. У меня есть специальные ножики, не люблю. Вот мне лучше ножом нравится. Вот так вот я делаю. Это я делаю на заказ булочки. Так, вот. Ну, примерно где-то сантиметра 4-5, чтобы вот. Вот так получается. Вот такие они, так делаешь, и потом, то есть многие делают вот так вот, ставят ее, приплюснывают и все. То есть посыпают там кунжутом, сахаром там или делают глазурь. А я делаю, то есть вот так вот я и делаю из нее розочку. Вот. То есть вот тут каждый слой есть. Я стараюсь его, вот как лепестки у розы, я их вот так вот вытаскиваю. То есть когда вот я их вытащила, серединочку делаю как у бутончика. То есть я их делаю совсем с шоколадом, с сахаром. В основном с сахаром у меня заказывают. Вот, и растительное масло там. Оно такое воздушное получается. И когда вот она когда она испечется, она вот какая поднятая. Эти уже пекутся. Вот они. Тогда не приплюснутые, а как... Ну, как розочка, как расцвела розочка. Вот такие они. Они уже почти готовы. Вот он еще... Но еще делается. Я смазываю не яйцом, а смазываю сначала яйцом взбитым с сахаром. Только потом я смазываю молоко с яйцом, чтобы они были мягонькие. Потому что если одним яйцом, то получается корочка. То есть они не это. Они не мягкие от яйца. Яйцо становится твердое от яйца. А если молочко, вот получается мягкое.